Друзья, всех приветствую. Итак, с помощью столь необычного стола попробуем поработать с крупным форматом. В моем случае это керамогранит 1,20 на 2,40 толщиной в 11 мм. Нарежем всю плитку в нужный нам размер. После того, как нарезали всю плитку по размерам, снимаем фаску и приступаем к облицовке ресепшена. Клеить будем прямо на готовую мебель. Перед началом укладки обезжириваем всю поверхность мебели. После того, как все подготовили, приступаем к работе. Клеить будем на клей вместо гвоздей. В нашем случае подойдет 96-й. Наносим клей на мебель и кладем плитку. Хорошенько ее прижимая. После того, как посадили плитку, ее надо отлепить и приподнять на 5 минут. Так обозначено в инструкции. Итак, склеиваем все три плиты. Прошло 5 минут, и верхнюю плитку сажаем и клеим намертво. При склеивании плит выдерживаем все уровни лазерным построителем. Для зазора на углах будем применять дистанционные брикеты от TaliExpert. В моем случае зазор будет составлять 1 мм. Далее все как обычно. Фиксируем малярной лентой. Итак, прошло пару дней, и наша плитка намертво приклеилась. Теперь убираем малярную ленту, закругляем немного угол . После чего приступаем к затирке. Затирка будет эпоксидной. Перед нанесением затирки края плитки вытираем мыльной водой, чтобы в дальнейшем смогли легко замыть. Далее приступаем к затирке.
Где-то через час после затирки приступаем формировать углы, используя при этом простую мыльную воду. Ну и палец, как обычно. Лишнее срезаем ножом, а края вытираем салфеткой из микрофибры. Вот такой вот получился результат. И кому информация была полезной, ставим палец вверх. Кому нет, тоже. У меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.